Конец учебного года для студентов Института педагогики и психологии КФУ не повод сидеть дома. Многие из них на занятиях, тем более, что лекции в эти дни читает не совсем обычный лектор. Вильгельмина Броверс – преподаватель факультета подготовки учителей Высшей школы Амстердама. Она приезжает в Казанский федеральный практически каждый год и готова делать это гораздо чаще, потому что считает, что международный обмен опытом важен для развития образования. В Голландии прежде всего делают акцент на свободное развитие ребенка, на предоставлении ему некой автономии. Поэтому при подготовке учителей смотрят именно на это, хотя мы понимаем, что предоставлять ребенку абсолютную свободу – это не совсем правильно. Поэтому есть проблемы. Эти проблемы надо обсуждать, обмениваться опытом, поэтому я думаю, что такие обмены важны. Как известно, дети – цветы жизни. Кто вырастет в итоге – прекрасная роза или колючий кактус – зависит далеко не только от родителей. Значительный вклад в воспитание и развитие детей вносят педагоги. Понимают это во всем мире. Поэтому гость из Нидерландов посвятила проблеме подготовки педагогических кадров целый цикл лекций. Все они построены на личной практике и наблюдениях. Рассуждение Вильгельмина о разнице понятий «педагог» и «учитель» вызвало неподдельный интерес. Из личного опыта я, наверное, с детства просто хотела работать воспитателем в детском садике, поэтому мне больше склонно воспитывать людей, как-то их наставлять и давать им другие назначения, чем либо показывать им и открывать мир в каком-либо предмете. Кроме разных подходов воспитания детей, Вильгельмина Броуверс расскажет о роли игр и новых технологиях обучения. Посетить лекции могут все желающие до 8 мая. Александр Александров, Алексей Игнатюк, Юниверньюз.